невиданной бельчатки. Что с вами? Учимся драться. Надо, говорят. А зачем? В лес пойдем. Там надо так. Сильнее будем. Халим, беги от нас. Надо быть сильным. Вперед, вперед. Не знаю, что и делать с ними. Кто им такое сказал? А что, если по старинке отшлепать их? Не педагогично. Кто? Понятно. Волки. Да. Лисы. Пусть идут по лесу. Лес добрый. Ну, разный тут у нас есть. Пусть идут. Ростом мы не велики, но большие забияки. Наши острые клыки, когти, зубы, кулаки. Так и ждут хорошие драки. Утирай же поскорей. Крупный зверь и мелкий, кто сильнее всех зверей? Тигры, львы и белки. Что это вы так расшумелись? А нам нужны когти, кулаки. Все сильнее, а мы будем сильнее всех. А, кто тебе сказал? Неправда. У нас добрый лес. Спокойно в наш лес ходите. Бродите здесь, где хотите. Гуляйте, прогулки по лесу, ребятам всегда на пользу. В лесу вы встретите волка, у волка характер колкий, но здесь он не кусается, на волке катаются зайцы. Ложки, крышки, черпаки помогают каждой драке. Отойди же поскорей. Крупный зверь и мелкий, кто сильнее всех зверей? Тигры, львы и белки. Что? Дядь Миш, правда в лесу кричали всем быть добрыми? И к медведям относятся, да? В первую очередь. Хочешь вкусного рака? Нет, я не могу взять. Почему? Ну, потому что мама спросит, где взял. Скажешь, я подарил. Ох, она не поверит, что такой добрый медведь мне дал рака, а мамочку мою забыл. Ой-ой-ой. Ну возьми еще одного. Нет, я не возьму. Дома скажут, не может быть, что такой добрый друг одарил только нас с мамой, а для братьев и сестричек раков пожалел. А сколько у тебя сестер и братьев? Два. Вот, как раз трое. Ну, забираешь вместе с сеткой, а то не поверят. Для чего тащить нам раков из реки? И если их лукошки носят простаки, кто сказал, что раки пятятся назад? Братцы это враки, вот они сидят! Вот племя плутовское, ну и племя! Кто сказал, что раки пятятся назад? Братцы это враки, вот они сидят! Носят
Молодец. Дашь попробовать? Это не мои. Что слышала? Я несу мамочке лисе, братцам, сестричкам. Правда, я могу это продать. А что дадите за моих раков? Дадим. Вот так дадим. Вот так, да? Дадим. Постой. Дома не поверишь, что тебе дали одному, а родных забыли. Получай. Вот тебе для братьев, вот тебе для сестрицы. Давай сюда, ну-ка. Обманщик. Все. Давай, беги. А то догоним, еще дадим. Вас не будем мы жалеть, нрав у белых очень строгий. Даже если ты медведь, отойди скорей с дороги. Удирай же поскорей. Крупный зверь и мелкий, кто сильнее всех зверей? Тигры, львы и белки. Что за шум? Вот ваши раки. Да, это ваши. Молодцы. Двину ее в сторону. О чем это ты? Да вот, осинка упала и дверь завалила. Я сначала растерялся, потом смотрю, да ничего страшного, нет. Как нет? 20 лет ей, а тебе 3 года. Разница, слаб ты против нее. А сычков-то сколько? И каждый за землю держится. Не оторвать. Ни за что не оторвать. Не оторвать. За землю держится. Не оторвать. Нет, ни за что не оторвать. Что, приуныл? Осина-то 20 лет на одном месте стояла, а ты 3 года бегал, сил набирался. Посмотри на себя, вон ты какой крепыш. Ха! И вовсе она за землю сучьями не держится. Толкни его! Вот спасибо, братцы, выручили. Мы невелики, но большие забияки. Наши острые клыки, когти, зубы, кулаки. Так и ждут хорошие драки. Удирай же поскорей. Крупный зверь и мелкий, кто сильнее всех зверей? Тигры, львы и белки. Мы не испугались, а? Нет, если мы его связываем. И окружает. Чего боишься? Теперь у нас в лесу. Ты что, не слыхал? Ничего. Если ты действительно не знаешь это.
Это другое дело. Массаж, а? Это можно. Можно. Так. О. А ты чего пищишь? Я рычу. А давай теперь ты. Вот сейчас. Расцелую. Спасли, выручили. Ой, ведь как в поясницу вступила, помирал. Ой, какой массаж. Спасибо. Понял? Все в лесу добрые, только двое злые. Кто? Мы с тобой. Ох, сейчас и попадет нам. Такие добрые ребята. Спасли. Видите? Меня выручили. И меня вылечили. Пошли по лесу. Хорошо, разные встретили. Бывает, помогали. Вручали. Кое-кого и поучили. Не буду туда. Не буду злыми. Можно похвалить. Можно, у нас добрый лес. Самым лучшим за помощь и доброту. Видишь, вылечили мы твоих бельчат. Да здравствуем мы, добрые бельчата! Большущие нам спасибо от всего леса! Да, только кажется, они сразу заболели чем-то еще. Спокойно в наш лес входите, бродите здесь, где хотите. Гуляйте, прогулки по лесу ребятам приносят пользу.